Привет! В конце октября компания Xiaomi представила умные часы Redmi Watch 2, которые обладают 1,6-дюймовой матрицей типа AMOLED, GPS и умеют отслеживать 117 видов физических упражнений. Теперь для международного рынка была анонсирована более простая модель Redmi Watch 2 Lite. Давайте рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Новинка получила ЖК-экран с диагональю 1,55 дюйма с разрешением 320 на 360 пикселей. Пользователь может переключиться между 100 циферблатами. Часы предлагают поддержку GPS, GLONASS, Bluetooth 5.0. В наличии функции отслеживания качества сна, возможность измерения пульса в режиме 24/7, уровня кислорода в крови и стресса, а также отслеживание менструальных циклов для женщин. Redmi Watch 2 Lite умеет работать сотни режимов тренировок, включая 17 профессиональных режимов. Браслет защищен от воды в 5 атмосфер, аккумулятор емкостью 262 мАч обеспечивает до 10 дней автономной работы при обычном использовании и до 14 дней с активированным GPS. Часы работают с устройствами на основе Android и iOS. Есть поддержка приложений Xiaomi и Apple Health. Стоимость устройства производитель пока не назвал. Напишите в комментариях, как вам новинка. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных новостей. Пока-пока.